приглашаю вас на обзорную экскурсию, которая продлится где-то минут 30-40. Я просто познакомлю вас с парком, сориентирую вас по парку. Поэтому расскажу о наиболее значимых объектах, расскажу немножко о нашей истории. Поэтому в течение этого времени просьба не сильно не задерживаться на фотографии и видео. Вы можете потом до вечера гулять, наслаждаться и сделать отличные в спокойном режиме красивые фото. Ну, а сейчас мы с вами пойдем туда, откуда все начиналось. Да даже не примерно, примерно отсюда все и не примерно начиналось. Извините, каламбур такой. 21 год назад наш архитектор, мастер, буду его так называть, просто начал увлекаться историей, культурами, цивилизациями, философией и увлекся им. Ему стало интересно и самому, и открыв себе талант что-то ваять, первой появилась пирамида, сфинкса, колоннада. На колоннаде с той стороны написано, когда на камне появилось первое слово, началась история. С этой стороны, то есть она ради этого тут и построена, даже боги не в силах изменить прошлое. И вторая фраза к ней идет. Но история повторяется. Пирамида, сфинкс, обелиск. Вы уже чувствуете, да, немножечко древний Египет нас. Да, это три символа такие основные. Сфинкс – это голова человека, что означает мудрость. Тело льва, что означает силу. А если вместе эти вещи, это означает власть. Также символ власти – это обелиск. Говорит о том, что власть дана сверху, или в некоторых еще трактовках – это луч солнца. Пирамиды после нашей экскурсии вы можете зайти. Там, конечно, не очень много пространства, но на стенах зашифрованы некоторые такие знаки мировоздания, как все начиналось из хаоса, поэтому почувствуйте себя. Да, бегите, почувствуйте себя и приоткройте завесу тайны для себя. Немножечко еще расскажу о нашем архитекторе. Алексеев Александр Иванович. Ныне здравствует, ему чуть-чуть за 60 лет. Здравствует и творит. Он журналист по образованию. Но когда-то он увлекся, еще раз повторюсь, историей, культурой, философией. И открыл в себе вот этот необычный талант отсекать от камня все лишнее и извлекать из него вот такие прекрасные люди. Я вас приглашаю дальше. Мы с вами от одной древней культуры великой. Мы с вами другой великой.